Можно сказать только одно. Наконец-то они закрыли этот говнопроект. Блеск по-настоящему являлась пустышкой. Нет, я не хочу сказать, что он даже плохой. Его плохим назвать нельзя, потому что там не было ничего, что можно назвать было нормальной ММО-игрой, особенно ААА-класса, как они ее величали. Я вот сейчас играю в Икарус и понимаю, что даже в Икарусе что-то поинтереснее есть. То есть там есть тот самый контент, которого нету в Блес. Хотя, в принципе, в Блес уже ПВП были с 15 уровня, в Икарусе я до 35 или там какого-то докачался, и ПВП нету, но все равно можно хотя бы там ловить дракончиков, и то радует. Я уже молчу про эти постоянные фризы, я просто бегу по пустой локации, на сервере нету игроков и у меня подфризывает, ни в одной игре нет. Неважно какой комп, плохой или хороший, все равно не должно так фризить, как фризит в Блес. И, ну, я не верю, что это связано с локализаторами, что с настройкой их серверов. Вообще официальная версия это то, что игра отправляется на доработку. Но доработку чего? Доработка создания игры с нуля? Или может быть доработка создания оптимизации с нуля? В общем, что они будут дорабатывать с нуля? Вот это непонятно. То есть в целом этот проект, конечно, еще может возродиться в России, и даже он может стать популярным. Но такие моменты, как сохранятся ли данные на моей учетной записи, на такие вопросы администрация отвечает, что пока информации нет. То есть возможно, проект возродится, но всем придется качаться с нуля, и те игроки, которые оставались в Блес до этого момента, ну, наверняка просто туда уже не пойдут. К слову, корейские сервера не закрывают, наверное, всех устраивает, что в игре ничего нету, и, в принципе, можно и так играть. Хотя, может быть, на корейских серверах игра активная очень, всем нравится, и, может быть, там есть то, чего нету на наших серверах, хотя я не уверен, честно говоря. Ну ладно, я высказался, добил умирающего, и давайте про что-нибудь интересное, важное и веселое. Вообще, в апреле у Блес была запущена акция «Время веселья пришло» со слоганом «В апреле можно все». И на Гохе очень хорошо подметил один пользователь: «Никогда бы не подумал, что можно все, это в том числе свернуть проект, которому и полугода нет». В общем, действительно, к проекту всего полугода, в принципе, со старта до этого момента лаги были, контента не было, ну и, наверное, они все-таки приняли правильное решение, по-моему, я об этом говорил, наверное, уже месяца 3-4 назад так точно. Есть и приятные новости, то, что все участники ОБТ со старта, а также те, кто играли в последний месяц, могут получить набор Барона. Это первый набор за 299 рублей в MMORPG Икарус, которая стартует уже скоро. По крайней мере, закрытое бета-тестирование стартует очень скоро. Также те, кто играли последний месяц или начиная с апреля, в общем, те, кто клали деньги в игру Блес Онлайн, могут вернуть, соответственно, свои потраченные деньги в размере 150% от суммы на портал 101XP. То есть вы получите их в качестве валюты портала 101XP. Ссылочку на тему со всеми вопросами, ответами и информацией я оставлю в описании, так что можете зайти и сами посмотреть. Ну а что ж, поздравляю всех, что наконец-то этот проект закрыли. Честно говоря, многих не отпускал этот проект, потому что они в него уже давно играли. Ну, наконец-то эти люди смогут либо вообще расслабиться, либо перейти в нормальный проект и наслаждаться уже игрой, а не мучиться. Ну а я здесь заканчиваю видео, и в общем, что там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, если вам не понравилось видео, как я обсирал Блес Онлайн или не обсирал. В общем, всем пока!